Так, ну что, пишем, да? Всем привет, господа товарищи, дорогие друзья, уважаемые зрители. С вами, как всегда, на этом канале Хранитель памяти Вячеслав Радостев. Как ни странно, многие из зрительниц, большое вам спасибо за то, что вы, кстати, есть, просили снять про это место. Как ни странно, спрашивали, а не снимал ли я это кладбище? Я ответил, что снимал, но пока это видео у меня лежит в моем, так сказать, архиве на жестком диске. Поэтому сейчас принял решение его опубликовать. Видео было снято в 2020 году. Местные называют Беседовское кладбище. Все остальные вместе с Яндексом называют Бесединское кладбище. Приятного просмотра. Хранитель памяти Вячеслав Радостев. Беседовское кладбище. Для ориентира, ребят, если вы что-нибудь понимаете, село Беседы, впереди МКАД. Многие из вас мне писали, что вам нравятся, да, как бы прогулки вот по кладбищам. Ну вот мы с вами и выбрались, да. Ну, кладбище, я не знаю, гектара два, наверное. Вот есть могилочки заброшенные такие, блин. Прокат инвентаря. Такого, наверное, друзья, вы не видели, да? Меня давно подписчики просили, говорят, сними какое-нибудь еще сельское кладбище, бродилку какую-нибудь. Вот с вами сегодня побродим чуть-чуть. Побродим. Птички поют. Конечно, здесь, как я вижу, вот видите, нет тропинок. Захоранивали не пойми как. Я так понимаю, уже конец, что ли, да? Или нет? Пойдемте посмотрим. Мусорка. Кладбище дальше. Вот еще один вход. Вы пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Видите, совершенно нет тропинок. То есть все хаотично сделано. Туда даже не пройти, что получается. Не пройдешь. Не пройдем мы с вами. Вот такое, друзья, место. Там вот уже дома, да? Дачи какие-то. Здесь вот прям могила на могиле. Ограда на ограде. Вот видите, никакого прохода нет.
Я не нашел, честно говоря, никакой информации про это кладбище, но видно много заброшенных могилочек. Ну и по датам видно 78-е годы, 80-е и 2000-х есть захоронения. Если знает кто, напишите в комментариях вообще историю беседовского, как мы теперь понимаем, кладбище. Вот честно, конечно, но когда нет тропинок, да, дорожек, вот так вот все выглядит. Видите, могилочка заросла просто крапивой. Не то, что приятно-неприятно ходить, но некие сложности просто даже вот между оградами, да, там проходить, пролезать. Видите, все здесь прям сугубо компактно, и видно, что сюда вообще, походу, никто не ходит. Видите, крапива, крапива. Вот так-то выглядит беседовское кладбище. Вот эти елочки, деревья помнят, да? Все. Только они и помнят. Вот такие здесь дорожки. Сразу видите могила. То есть туда нам не пройти, получается. Вот крестик очень старый такой. Вот смотрите тоже, да? Конечно, ребята, старайтесь вот до такого не допускать. Видно, оградочка сделана, да? И видите, что на ней, типа свалки. То же самое вот здесь. Вот ограда. Видите? Ё-моё. Очень много везде вот цветочков. В основном, конечно, искусственные, но это сельское кладбище. А в Москве тоже искусственных много. Вот. Молодцы в этом плане, что поддерживаете. Убираетесь. Здесь вот тоже, да? Здесь еще более-менее. Здесь, конечно, ужасно. Ё-моё. Да, никому ничего не нужно. Но еще странно, да, то, что вот не отобрали эту могилу. Может, здесь не отбирают, не знаю. В Москве бы ее, сюда бы уже нескольких захоронили, как бы. Здесь, видите, такого нет. Интересно. Ну, здесь вот тоже, да? Все заросло. Вот там вот дальше заросло. Хотя вот здесь памятник есть. Табличка такая. Вот такой вот памятник, да? Это нам говорит о том, что кладбище-то с историей получается. Такие надгробия были до... Ну, конечно, нельзя сказать точные, да, даты, когда их ставили. Но и до революции такие надгробия тоже мы на кладбищах встречали. Пойдемте в глубину. В основном здесь 70-е, 80-е годы, конец 90-х. Ну и дополняются новые захоронения. Я-то думал, если честно, здесь, конечно, более эпичное место, типа черкизовского кладбища. Ну нет, все здесь гораздо проще. Гораздо, друзья, проще. Вот опять узенькие проходики. Крестик стоит и не пройти. Все заброшено. Крестик, да, безымянный вообще практически. Да, друзья,
время, не щадить никого. Ну а здесь свалка и вон там вот обрыв. И там, смотрите, начинаются уже чьи-то эти домики. Интересно у нас в России. Вот смотрите. Смотрите, ребят, что тоже нашел. Конечно, сейчас уже не опознаешь ничего. Ни надписи, ничего нет. Все временем стерто. Это, конечно, не есть хорошо. Вот такое беседовское кладбище. Вроде как бы и с историей, а вроде как бы и нет. Вот тоже камушек интересный, да? Тем временем еще одну надгробную плиту нашел. Историческую. С историей. С историей, друзья. Могилочка прямо у забора, к ней не пройти. Может, тут как-то можно там пролезть, конечно, вдоль забора. Но видите, она тоже заброшена вся. Никаких опознавательных знаков. Памятник есть? Да уж, да уж. Вот здесь наверняка, да, была могилочка. Тут прям потерянное временем захоронение. Ну, с цветочками. Ну, значит, кто-то приходит, слава богу. Менты где-то едут. Здесь умиротворение, да? Так, а мы, ребята, не можем найти выход. Смотрите, здесь какие. Повороты, развороты, повороты. Интересно. Лабиринт. Лабиринт, да, ребят? Вот ночью здесь прикольно походить. Причем дорога натоптана. Такая старая ограда. А прохода нет. Смотрите, вот такой крестик есть. Могилочка тоже неухожена, заброшена. И вот такой вот памятник. Так что вот такая, ребят, прогулочка по Беседовскому кладбищу. Люди, люди, как вычесть детство. Друзья, на этом пока, наверное, и все. Что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья. Что там еще, колокольчики вот эти все. Хочу вам пожелать всего самого доброго и светлого, радости и тепла. Быть добру и быть добрее, нас не победить. И помните, воспоминания бесценны. Мы с вами были на Беседовском кладбище.